Несколько лет тому назад некий армянский режиссер Аршак Закарян стоял у каких-то указателей и говорил о том, что азербайджанский Агдам, азербайджанский Физули уже принадлежат армянам, и что если азербайджанцы захотят вернуться на свои отцовские, на свои исторические, исконно исторические земли, то есть еще указатель до Баку, и армяне знают, как дойти до Баку. Вот это кладбище, которое осталось без хозяев, это результат того, что тогда тоже некоторые такие, как вы, посмели сказать, что вот эту землю очистят от армян. Вот результат того, что вы хотели избавиться от армян. Вот видите, вот этот знак показывает Агдам, Евлах, Физули, Баку. Знаете, почему мы его не сняли? Потому что это чтобы мы знали, если еще раз вы посмеете хоть одного армянина убивать и изгонять из своих землей, вот мы знаем, как дойти до Баку. Физули, Агдам, это уже наш. А Баку, это мы оставили, чтобы это следующее. Это будет следующее, если вы продолжите вот такими лозунгами, да, выступать, что вы, мол, нападете и уничтожите Армению. Это невозможно. Вот этот знак мы оставили, чтобы мы, вы и мы знали, что да, Баку отсюда близко. Если захотим, мы будем в Баку. Лучше вы оставайтесь там, где вы сейчас стоите. А то будет плохо для вас. Прошли эти несколько лет, но Аршак Закарян до Баку не дошел, а доблестные азербайджанские воины пришли в Карабах, освободили исконные исторические азербайджанские территории, и сейчас я, азербайджанский режиссер, стою вот прямо перед величественной стеной, над которым возвышается название Шуша. Аршак Закарян убежал, скуля как собака. Он видел эти кадры, как он скулил в Кельбаджаре. И знаете, почему он убежал? Он убежал, потому что ни Кельбеджар, ни Шуша, ни Карабах не являются его землей. Вчера Ильхам Алиев выступил со своими очередными заявлениями. Конечно, я не хочу оскорблять, но это были заявления, недостойные политического деятеля. То есть ты выбрал путь решения вопроса посредством силы. Господин Алиев, мы готовы. Готовы и хотим также заверить в том, что нам результаты известны. То, что у вас было в 1994 году, будете иметь и сегодня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. У вас есть возможность уточнить ваши исторические неточности, если так считаете. Но это станет гибельным для Азербайджана. Никогда не смейте говорить с нами языком силы. Дорогие соотечественники, братья и сестры, мои хорошие друзья, живущие в... Ой,
Республике Армении и диаспоре. Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, сегодня наш победный марш обусловлен обороной Шуши. Противник находится всего в нескольких километрах отсюда, максимум 5. Сегодня весь день мы обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном наши действия по прекращению боев. Провел также обсуждение с депутатами парламента Нагорного Карабаха, получив одобрение большинства из них. Учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери я дал свое согласие на прекращение войны. Армянский народ не сдается. Армения еще может воевать, и не надо с нами говорить угрожающим тоном. Война со своими слабостями, война со своими греховными мыслями, война со своей низостью, подлостью, ложью. Вот в какой войне отстаивают христианские ценности. А в войне на территории чужого государства христианские ценности не отстаивают. Несколько поколений одурачены. И вывести из этого заблуждения армянский народ, может, 40 лет не хватит. Может, гораздо больше понадобится. Но ничего. Мы будем терпеливо работать над этим. Армяне должны знать, что это не их исторические земли.